Гликонауки – это важнейшее направление современных исследований живых систем. Приставка «глика» обозначает принадлежность органических молекул, прежде всего природных молекул, соединением с гликозидной связью, то есть сложным углеводом. Гликонауки, гликотехнологии, гликомедицина, гликолекарства, гликовакцины, гликодиагностика – это все важнейшие слова из современного научного лексикона. И во всех странах мира, основных развитых странах, развивающихся, сегодня созданы специализированные программы по развитию данного направления в исследовании живых систем. Они очень важны для создания вакцин, диагностических систем и лекарственных препаратов. И, в принципе, те соединения, которые сегодня на слуху, например, в связи с лекарственными препаратами, они относятся к гликосоединениям. Это и химико-терапевтические соединения, и диагностические средства, и препараты новых типов, например, блокаторы адгезии вируса на клетках хозяина и многое-многое-многое другое. Это самые нашумевшие сегодня препараты, это ремдесивир и молнупиравир, они относятся к гликосоединениям. Кроме этого, такие вещи, как антикоагулянт гепарин и низкомолекулярный гепарин, это эти соединения. Но очень много перспективнейших препаратов сейчас находятся в стадии разработки. Вирус использует углеводные цепи человека для защиты от иммунной системы. И, собственно, часто суть мутаций и связано с тем, что вирус защищает те эпитопные места, где находятся протективные эпитопы, стимулируемые, против которых стимулируется вызывание иммунной защиты с помощью вакцины. И оно закрывается углеводными цепями, эти части, и вирус становится невидим для иммунной системы.